Ну как, вкусная рыбка была, Стёпа? Ага. Смотри, чем я сейчас буду заниматься. Буду раскрашивать кота. Ты будешь смотреть, как я это делаю? Да. Вначале фигурку надо обработать наждачной бумагой. А затем? Чтобы краска достаточно легко ложилась на поверхность. А, понятно. Судя по примеру, кот у нас должен получиться синего цвета. Паса, смотри, я нашел мячик. Стёпа, осторожно, ты сейчас его вновь потеряешь. Кот, а зачем ты тянешь за краски? Ну, мне скучно. Не тяни, пожалуйста, ты можешь измазаться в ней. Классо, Паса, я не буду. Скажи, а ты когда-нибудь что-то узела с классом до этого? Не помню. Наверное, только когда окрашивал забор на территории своего университета. А ты, Стёпа, подумай, какое имя мы ему дадим. Как закончу? Да. Улыбку я коту нарисовал отпадную. Нужно срочно переделать. 8 часов спустя. Вот завершил работу. Думаю, для первого раза весьма удачно. Ну как, Стёпа, тебе наш новый друг? Нравится? Очень нравится.